Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. С года до полугода. Подробности о сбоях в работе QR-кодов, увеличение количества бригад скорой помощи и другие новости. Подробности визита министра здравоохранения России в Рязань. 47 пожаров и 4 погибших. Сводка происшествий за выходные. Оконные грабители. Собровцы задержали столичных преступников. QR-коды обнулились. Такой неприятный сюрприз ждал жителей страны утром 8 ноября. Конкретно изменился срок действия сертификата – с года до полугода. Но не пугайтесь, сейчас все объясним. Причиной шокирующего для многих обнуления стал сбой на сайте госуслуг. Об этом рассказал Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Ситуацию обещали исправить в течение часа. QR-код, как и прежде, будет действовать в течение года с момента введения второй дозы вакцины от коронавируса. Тем, у кого срок действия сертификата сократился до полугода, рекомендовали обратиться в службу поддержки портала госуслуг. Также жалобу можно подать онлайн. Количество бригад скорой помощи в Рязанской области будет увеличено в связи с большим числом амбулаторных пациентов с ковидом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего официального визита в Рязань. Он отметил, что на данный момент ситуация в регионе остается напряженной. В общей сложности более 11 тысяч пациентов болеют коронавирусом. При этом свыше 9 тысяч жителей региона получают лечение амбулаторно. Подробности визита далее. Напряженность с коронавирусом в регионе – одна из основных причин приезда федерального министра. Свое общение с журналистами Михаил Мурашко начал с тревожных цифр. В Рязанской области около 20 тысяч заболевших, цифра растет с каждым днем. Проявляются так называемые семейные очаги, когда заболевают все по очереди. Нагрузка на медицину, по словам Мурашко, неимоверная. Некоторые оперативные решения были приняты им буквально с колес. Мы сегодня обсуждали ряд, во-первых, необходимых решений быстрых. Ну, во-первых, это высокая нагрузка на скорую помощь, и нам просто необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии. И со следующей недели мы нашли вариант решения, как это сделать, и на следующей неделе увеличим обязательно. Вам сколько лет? 59. Вы первый раз пришли? Да. А до этого почему не приходили? Ну, как вам объяснить? Работали, потом приболел чуть-чуть, а после болезни сказали, что как минимум от 2 до 4 недель. Если острая инфекция, то лучше дождаться. Единый центр вакцинации – первая точка визита федерального министра. Пункт иммунизации работает как часы. Инициативы губернатора Михаил Мурашко буквально восхищен. Это блестящая, великолепная идея, поскольку, во-первых, он находится вне медицинской организации, рисков для пациента значительно меньше, там обеспечены все условия для безопасности, в том числе включая проветривание, режим кварцевания воздуха, дополнительно работают волонтеры, пациент занимает отнимает время минимальное количество, поэтому пройти можно и без записи. Самих вакцин в области вроде как хватает, но на всякий случай в регион доставят дополнительную партию ампул «Спутник Лайт». Именно эта вакцина сейчас самая востребованная и практичная. Новые штаммы коронавируса серьезно ударили по юным организмам. Как заявил Михаил Мурашко, испытания так называемой детской вакцины уже в завершающей стадии. Что же касается административных ограничений, никаких поблажек в ближайшее время не будет. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объяснил, почему. Если в крупных торговых центрах больше соблюдают те ограничения, масочный режим соблюдают и так далее, то в небольших магазинчиках зачастую этого нет. Кроме того, на транспорте, в других местах, где большое количество людей, тоже не всегда соблюдается этот режим. Мы в любом случае должны будем всем объяснить, что это крайняя необходимость, это не блажь. Первое. Второе, то, что нам необходимо сейчас сделать, это людей еще больше подтолкнуть к тому, чтобы они пришли, сделали прививки. И те ограничения, которые сейчас существуют в плане пропуска и допуска людей по QR-кодам, к этому так или иначе, косвенно или прямо, людей тоже подталкивают. Все развлекательные заведения, которые сейчас закрыты, пока что остаются на каникулах. Ресторанам и кафе график работы снизит еще на 2 часа. Теперь работать они будут до 21. А власти сосредоточат усилия на оперативности медицинской помощи, чего бы это ни касалось. Записи к врачу или элементарного ответа на вопросы. Максим Васильев, телекомпания «Город». Длинные выходные для сотрудников МЧС были жаркими в прямом смысле этого слова. За прошедшую неделю в регионе зафиксировано сразу 47 пожаров, пострадали 3 человека. Стихия унесла 4 человеческих жизни. Более подробно об огненных выходных расскажем далее.
Череду возгораний открыл пожар в поселке Заборье Рязанского района. Деревянный дом, обложенный кирпичом, вспыхнул как спичка. По словам очевидцев, в начале возгорания произошло в гараже и перекинулось на постройку. Также 4 ноября в поселке Агропустынь горела школа. В момент пожара в учебном заведении людей не было и никто не пострадал. 4 ноября в 23 часа 50 минут поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской, села Агропустынь Рязанского района. На момент прибытия горело здание начальной школы. В 2 часа 51 минуту ликвидировано открытое горение. Пожар был потушен на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекалось 42 человека личного состава и 14 единиц техники. Прокуратурой организована проверка в связи с инцидентом. Исполняющий обязанности прокурора Рязанской области выехал на место происшествия и дал оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе контрольно-надзорных органов. Напомним, что здание начальной школы построено в 1910 году и относилось к памятникам старины. 21 ученик начальной школы продолжит свое обучение в учебном заведении села Поляны. Он разгорается все сильнее. Да, скажу, секунды. 6 ноября в 19 часов 35 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, о загорании квартиры в жилом доме в городе Рязани на улице Гоголя. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 20 часов 52 минуты. Спасено 2 человека. Эвакуировано 20 человек. Из них двое детей. В результате пожара погиб мужчина 1963 года рождения. Всего же за период с 1 по 7 ноября на территории нашего региона было ликвидировано 47 пожаров. Пострадало 3 человека и погибло 4 человека. 24 постройки было уничтожено огнем. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Оперативники уголовного розыска задержали двоих злоумышленников, которых подозревают в серии квартирных краж в Рязани. Обносили они исключительно квартиры на первых этажах. Каким был их улов и как поймали форточников, расскажем далее. На кадрах оперативного видео работа рязанского СОБРа. Автомобиль подозреваемых прижали к обочине, его пассажиры даже не успели понять, что происходит. А на вопрос, за что задержаны, вразумительного ответа не дали. За что задержаны? Не понимаю. Понимаешь? А статью двум гостям из Москвы вменяют вполне конкретную. 158-я, часть 3-я. Тайное хищение чужого имущества. Иначе говоря, кража. По предварительной информации, мужчины промышляли воровством из квартир на первых этажах. Об этом они рассказали на допросе. Ну каким образом? Через двери, окна. Окна. С какого года, по какой год? С 2020 по 2021. В каких районах города? Во всех. Оперативники считают, что двое подозреваемых в течение 2 лет приезжали в Рязань на выходные. Здесь они останавливались у родственников. Параллельно присматривали подходящие квартиры для кражи. Одно из главных условий – располагаться те должны были на первом этаже. Когда шли на дело, взламывали окно, забирались внутрь и похищали ценности, бытовую технику и, само собой, деньги. Сбывали все скупщикам и через сайт Авито. Даже в день задержания их поймали, так сказать, на горяченьком. В автомобиле, на котором передвигались жители Московской области, были обнаружены 2 рации, слесарный инструмент, перчатки и складная лестница, используемые для противоправной деятельности. Также в машине найдены 26 тысяч рублей, золотые украшения и бытовая техника, похищенные в этот день из квартиры на улице Советской Армии города Рязани. Там, чтобы проникнуть в жилище, фигуранты взломали окно квартиры на первом этаже дома. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. Теперь мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Валерий Седов, телекомпания «Город». Картинки из жизни некоторого государства, «Северная скоморошина» – так определил жанр нового спектакля режиссер-постановщик Олег Жукжда, приехавший из белорусского города Гродно. Работы этого мастера уже хорошо знакомы рязанцам. И вот на сцене театра «Кукол» – новый шедевр его постановки – вечерний спектакль «Золоченые лбы».
В некотором государстве добрым порядком шло житье-бытье. И царь, и царева жена Аграфена, и царевы дочки, и царева челядь – все довольствовались. Один простой люд от скуки прозевывал, пока не придумал капитон лбы позолотить. Такое тогда тут пошло веселье. Ироничные, смекалистые герои, забавная житейская история, колорит поморских сказок Бориса Шергина. Северная скоморошина о золоченых лбах. Изобретена и собрана ради занимательного увеселения и сердечной радости. Как заявляют в кукольном театре. Что весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царской фамилии высмолены. Впервые в истории Рязанского театра кукол вечерний спектакль, иными словами, спектакль для взрослых зрителей, состоялся в малом зале. Уникальность в том, что зал предназначен для малышей, поэтому вместо академических театральных кресел – мягкие, удобные лавочки, а сцена к ним максимально приближена. Все это создает уютную домашнюю атмосферу, будто сидишь с рассказчиком за одним столом, и пусть и ненадолго, снова сам становишься ребенком. Сенатор, кутом подрезвестный. И вдруг все это веселье нарушилось. В этой забавной житейской истории о приключениях капитона нет никаких нравоучений и морали, зато много юмора, музыки, песен, различных превращений, перемещений на допотопном подъемнике, плавание на корабле и даже полеты на дирижабле. Кроме талантливой игры актеров, нельзя не восхититься невероятными куклами, мастерски изготовленными из ложек, вилок, терок, сит и прочих предметов кухонной утвари. Веселая и динамичная постановка длится 55 минут. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.